Всем привет еще раз, да, с вами, не поверите, но Аракис, да, тут еще Марьяшка, хотели с вами поделиться новостью, которую ждала, так, меня видно, там не видно, ладно, долго уже ждала, да, вы знаете, телефончики заказали, но деньги мы долго с Ютуба ждали, поэтому вот-вот пришла, давай распаковывай, господи, свой телефон, давай, я не знаю даже, как тебе там подальше отойду, а то камера плохо снимает. Плохо или наоборот хорошо? Давай, снимай. Так. Что там тебе, топор пришел? Лопата. Так, что ж там такое? Господи, распишешься мне. Так, что там? Покажи народу. Так подожди ты, я сама еще ничего не пострела. Да я уверен, там Nokia 11.2.0, а что ты? Зая! Давай. Хорошо. Та-дам! И праха, выходи. Зачем ты праха? Нет, прахи не будет, народ. Даже здесь у меня не будет прахи. Что, пустая коробка? Да. Итак. Ну давай, господи. Мать, давай. Господи, сколько ж радости. Что, просто батарея? Да. Давай дальше. А, это пленка, господи. О, да. Я ж деревня. Какая лавочка. Так, как там я? Нет, я вертикальное видео не буду, я не буду ТПшкой. Ну да, действительно, тоненький. Смотри, по сравнению с моим. Да, народ, вы видите, да, я говорил, что он, так скажем, уже разбитый в ужасном состоянии. Поэтому, как там называется эта контора ихняя? Coolpad. Coolpad называется, да. У них там крышка, в общем, сделана с какой-то там... Боже, какой он легкий. С арахисового какого-то волокна. Ну, я не знаю, на ощупь это не ощущается. На ощупь не ощущается. Мать его за ногу, что я несу после работы. Вот, но все равно как-то прикольно, знаете. Но он действительно... Он что, без батареи? С батареей. Блин, он с батареей, но он очень легкий. Может, из-за того, что я со своей лопатой хожу. Хотя мой телефон на 6 лет... Мне кажется, тоже тяжелее, чем... Мой телефон на 6 лет старше, да. Этого. Ну, здесь уже все понятно, да, зарядка и, наверное, конченые наушники. Нет, более-менее наушники, знаете, гарнитура. Да, действительно, гарнитура, а не наушники. В чем отличие гарнитуры и наушников? Правильно, ребятки, это присутствие чего? Правильно, народ, да, микрофона. Ликбез для школьников. А ну-ка, покажи. Шнур длинный, слушай. Ёптись, мать. Можно к компьютеру включить? Да, сейчас отойду. Ну давай только ты их не будешь сейчас одевать. Не-не-не, разворачивать, не? Да что их там разворачивать? В общем, а ну, шнур покажи. Хороший, длинный. Ну, в общем, вот такие вот наушнички, не знаю, что он там показывать, не показывать. Беленькие, не знаю, будут пачкаться и через неделю как будут черненькими. Пачкаться? Вот так, ну вот такой вот телефон. Да, действительно, ну со своим я, как бы его сравнить, я не знаю. Он, наверное, приблизительно одинаковый. Наверное, одинаковый. Тоже нет. Больше. Не, он чуть-чуть как бы длиннее. Дюймаж одинаковый, но он просто длиннее, да. У меня рамки меньше. Вот такие вот дела. Да. Хорошо. Ну давай, рассказывай, как ты довольна. Я очень довольна. Спасибо тебе. Еще раз всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. Да, сегодня хотел бы вас пригласить на стрим, который пройдет, как обычно, в 21.00 на моем Twitch канале. Ого, 20 кристаллов. Нифига себе, сейчас пойдем босса метелить. Что я еще хотел сказать? Да, еще раз поздравляю свою жену с приобретением телефона, а точнее то, что он уже наконец-то пришел, и деньги перевелись с Ютуба, да. Вот такие вот дела. Что еще хотел бы рассказать и объявить сегодня на стриме? Да, кстати, вы узнаете результаты конкурса, который я объявил еще неделю назад, то есть о названии моей чашки. Да, я уже определился, победителя объявлю на стриме, то есть, ну, там, ГВшечку отвоюем, и я объявлю победителя. Победитель, вы знаете, что получит, это 30 минут общения в скайпе со мной на любую тему в плане игры. Да, то есть я могу ему помочь, там, не знаю, башню где-то что-то пройти, там, руны переставить, вообще рассказать о его персонажах. Я думаю, если это окажется новичок, для него это будет вообще круто. Да, ну, это мое мнение, я бы тоже от такого, допустим, подарка не отказался, что ли. Вот, что еще хотел бы объявить. С сегодняшнего дня, вечера, не знаю, если вы являетесь обладателем какого-то количества свитков, и у вас там, допустим, немножко не хватает до 40, и если все это вкратце свести, в общем, 16 апреля у меня будет
последний стрим, после которого я уйду в отпуск. Ладно, да, с 16 апреля вы знаете, что у меня день рождения, кто не знает, вот для кого-то будет новостью. 16 апреля, да, почему я не делаю в этот день свой день рождения, потому что у меня немножко там накладка получается. И с другой стороны я подумал, почему время не терять, почему терять, точнее, время, если я могу в этот день сделать стрим, потому что этот день будет последним для меня в плане Ютуба, стрима и вообще ответов на ваши вопросы ВКонтакте. Я не говорю, что вообще, то есть на неделю, да, я вот ухожу в отпуск, мы уезжаем, во-первых, в Никополь. Вы знаете, я хотел бы встретиться еще и с подписчиками, если кто-то захотел бы в одном из городов, который рядом с Никополем, то есть там Кривой Рог, Днепропетровск, Никополь и там еще кто-то. Вот, Запорожье, да, по-моему, Вот, Запорожье, да. То есть, если вы живете где-то там, либо рядом и захотели бы увидеться, отпишите мне ВКонтакте. Я думаю, мы договоримся в одном из городов, где больше всего людей, допустим, там напишет и захотели бы там встретиться. Пообщаемся, увидимся, не знаю, поотвечаю на ваши вопросы в жизни. Узнаю, как у вас дела, как вы вообще докатились, что играете в эту игру и смотрите меня на Twitch-канале и на YouTube-канале. Вот, что еще хотел бы рассказать. Сейчас поставлю бить Кайрос, чтобы не терять время. Да, время. Время золота. Пока вы спите, враг качается, вы же знаете. Всякие там аракисы раскачиваются, получают топовые руны и выбивают прах. Ну, конечно же, да, бред. В общем, объявляю такой некий, что ли, не назвать это челленджем. Как ты там, Марьяна, сказала? Тотальное открытие свитков, глобальное, массовое и тому подобное. В чем будет заключаться суть всего действия? Об этом я расскажу еще, конечно же, на стриме. Я об этом еще напомню чуть бы не в каждом видео, что я хотел бы вам предложить. Многие подписчики, общаясь со мной, допустим, пишут мне, к примеру, там, Аракис, не мог бы ты мне открыть, там, допустим, свитки? Вы знаете, у меня эта рубрика довольно популярна, и я никому не отказываю, если у вас больше 40 вызовов, почему бы и нет. В данный же момент я опущу эту планку до 35, и все, кто захочет, ну, если вас будет, конечно же, не 100 человек, но я не думаю, что 100 человек наберется. В общем, на стриме 16 апреля, который начнется, возможно, на час раньше, я пока честно не знаю, это будет суббота, 16 апреля, на час раньше, скорее всего, начнется, но пока я еще время не уточняю. То есть все, кто захочет, я буду вам прямо на стриме, в прямом эфире открывать ваши свитки. Мало того, что я буду свои свитки еще открывать, и с сегодняшнего дня я не буду открывать ни одного свитка, не считая там неизвестных каких-то, буду копить их всех. И вот жена тоже предложила такую вот идейку, она тоже уже собрала фактически на пак, и я думаю, до 16 апреля, возможно, еще какие-то акции будут, да и вообще, в общем, все свитки, которые есть у нее, у меня, мы будем собирать, и 16 апреля мы откроем. И если кто-то из вас захотел бы открыть их, неважно, есть у вас скайп, нет у вас скайпа, то есть можете вы общаться, не можете. Если вы хотите, обязательно запишите, напишите мне, буквально, можете даже сегодня написать, если вы гарантированно будете знать, что у вас точно будет больше 35 свитков 16 апреля. То есть вы меня не выбьете с игры, то есть я зайду на ваш аккаунт и буду открывать вам в прямом эфире свитки. Я думаю, желающих будет достаточно, и это на самом деле будет интересно. Не нужно никаких скайпов. Если вы захотите, кстати, пообщаться в параллельно в скайпе, почему бы нет? Если вы захотите, даже вы можете это видео потом как-то для себя обрезать. Это лично ваша память. Плюс, я думаю, такой небольшой челлендж, глобальное открытие свитков будет прикольно. А те, кто не захочет, допустим, чтобы я ему своими руками открывал, может параллельно там, допустим, забуримся на наш канал 9889 и будем там все массово открывать свитки. Если вы поддержите меня в этом, я буду только рад, да. И если вы там доверите свой аккаунт, конечно же, я вам тоже могу пооткрывать свитки с вашего аккаунта. Вы параллельно порадуетесь с людьми в чате, с того, что вам выпадет. Ну, и, возможно, мне что-то выпадет интересного, жене, конечно же, и так далее. Да, поэтому пишите мне, я буду записывать вас отдельно для себя, не знаю, в какую-то чуть бы не тетрадку, чтоб не забыть вас, да, к 16 апреля, если ничего не поменяется. И если вдруг у вас что-то там поменяется, не знаю, вы психанули и открыли свитки, напишите мне также, что у вас, допустим, что-то там не получается. Я думаю, идея достаточно
интересное, забавное и будет весело. Это должен быть один из самых таких интереснейших стримов, потому что я планирую в сумме, ну, смотря, конечно, от количества подписчиков, сколько мне напишет, и захотела бы, конечно же, участвовать в этом, но я планирую около 300 свитков там всего в сумме взорвать со всеми. Возможно, будет больше, может, будет меньше, но явно не 10 свитков, даже я думаю, больше соберу, и тем более уже и жена. Такого стрима у меня ни разу еще не было, и я думаю, такая тема будет интересна. Также я подал заявку на партнерку, ее рассматривают 10 суток, конечно же, ответа мне пока еще не дали. Первый раз мне дали, по-моему, через неделю ответ, поэтому все ожидаю ответа. Не знаю, я очень надеюсь на позитивный ответ, но там как получится. Я, конечно же, унывать не буду, если даже откажут, но буду продолжать, буду знать, к чему стремиться. Конечно же, даже если и дали бы партнерку, я бы стремился и развивался бы сам по себе и для вас дальше и дальше. Делал бы для вас все интереснее, лучше и качественные видео, отвечал бы на ваши вопросы и тому подобное. Кстати, да, что я хочу еще напомнить, если вы хотели бы со мной пообщаться в скайпе, обращайтесь, договоримся, так скажем, ВКонтакте и все обговорим. Поэтому всем спасибо, что смотрели это видео. Еще раз напоминаю, что стрим пройдет сегодня в 21:00. Жду вас, объявлю результаты конкурса. Возможно, Боже, что это дали? Ну, хотя бы в 6-звездочную. Возможно, разыграю еще один аккаунт, и если у меня там все получится и все произойдет, опять же, на стриме расскажу кое-что новое. И всем спасибо, и до встречи вечером. Запасайтесь вкусняшками. Пока-пока.